Алиса, познакомься с ежиком. Запускаю. Хотите начать игру заново или продолжить? Заново. Ежик, поздоровайся с ребятами. Привет, ребята! А мы тут по музею гуляем. Точнее, гуляли. А потом, представляете, Нюша потеряла Тузю, свою любимую плюшевую собачку. И теперь стоит и плачет. Так хочется ей помочь. Ребята, а давайте мы вместе поможем Нюше, обойдем музей и найдем Тузю. Я уверен, вместе мы легко справимся. Спасибо, друзья. Вместе мы Тузю быстро отыщем. Отлично. Только не разбегайтесь. Да-да, музей такой большой, как бы тут не потеряться. Теперь давайте спросим у Нюши, в каких залах она уже побывала. Тузи наверняка остался в одном из них. А я уже спросил. Парит, сначала был зал со старинной железной одеждой. Не очень тяжелые. Чтобы их носить, рыцари должны были быть очень сильными. Зато доспехи хорошо защищали от ударов мечом и копьем. Значит, нам в зал с рыцарскими доспехами! Скорее! Лучше всех в рыцарях разбирается бараш. Вот и рыцарский зал. Каких доспехов тут только нет.